story like hers, but trust me, I have found a way to be inspired by her story, and it's really going to help me, like, in my day-to-day life, to be honest. And this is just what a lot of people need to get into. This video needs to be publicized more, so guys, please. Hi people, how are you guys doing? I don't know why I did that, but yeah, anyways, we're going to be getting into something that I saw. I mean, I just found this on my feed, and I'm like, I have to get into this, because a while back, it's been a while, I did get into, like, just the surface basic level of Diana and Kudinova's story, and it was a very heartbreaking one for me at that moment. And now I think this is like a sort of like a full like a more detailed version of her life, basically. And I really don't know why this has just 19k views, to be honest. But it says, find yourself, the inspirational story of Diana and Kudinova. And I am so honored that I'm getting to, like, get to know about this. And it's just a very personal one for me, to be honest. Not like I've listen to it or even know what we're getting into, but I did know that she had a tough childhood growing up. And yeah, so let's be looking at this together, okay? So come on people. Okie dokie, so let us hit the play button right about now. Меня зовут Диана Анкудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить? Настоящую маму. Почему я говорю настоящую? Потому что я не считаю те 4,5 года чем-то важным для меня и тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить, и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с 5 лет. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот. Я работала в санатории в детском. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. Я ее увидела. У самой двое детей. Девочка, мальчик. Казалось бы, что полная семья. Тут ребенок такой. Вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила. Заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Скорее всего, если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня отца матери, так у меня благословить стать. И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне часто на работу приходила. Меня на эту мысль натолкнула. То есть, давайте возьмем. Ребенок запал в душу. Настя, ты идешь? Да. Ну так иди. Какая-то небольшая семья. Вся семья сбежала на рыбалку. Мы вот когда взяли Диану, она, конечно, вот переступив порог, она сразу сказала: мама. Я верю в судьбу.
Потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра. Он сразу сказал, это певица. Он говорит, такой низкий голос, 5 лет. Да вы что, вы не слышите? Ой, это ничего там не улыбайтесь. У нас все спецэффекты мне в уши тоже давайте. 8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на «Голос дети». Попадаем мы на слепые прослушивания. Вот. Ну, там не повернулся никто. И вот у нее стимул был дальше идти. Не то, что там руки опустить. И, ну, вот, не повернулись, и не пойду, и не буду дальше ничего. Нет, это у нас Диана. Тут ты супер конкурс. Нам приглашение. Мы прошли кастинг опять, ее взяли туда. Вот, победили. Когда я победила на проекте «Ты супер» во 2-м сезоне, мне было 14 лет, Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. Это колокола звенят. Желание возникло у Дианы сразу переехать, потому что она говорит, я хочу развиваться дальше. Москва – это возможности больше. Вот так мы собрались и все хором переехали. Поехали. Что? Давай с припева начнем. Угу. С первого припева. Готов? Да. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон – это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, саунд-продюсер. Это просто классный музыкант и человек. Послушаем, давай. Что ты там напела у нас? 3, 4. Был песок за облаками, что велилось на восток. Ты уже слова выучил. Классная песня. Супер песня. Хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Со мной, моя звезда. Тембр Дианы, да, это подарок природы, потому что это просто так его не выработать самому. Он очень глубокий. Я сейчас ее специально заставляю петь все наверху, для того, чтобы не только была глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарные верха. Мам, ты меня лечить будешь? Вот здесь прям. Так, короткие нет, короткие мы не трогаем, потому что они сюда не заполняются. Сейчас я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады. Он переименован в новые сценические направления. На 3-й курс перешла. Очень люблю проводить концерты живые. Мама меня всегда поддерживает, она всегда со мной ездит. Она как мой администратор, продюсер, директор, костюмер, визажист. Все можно вписать в этого человека. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самая лучшая мама на свете. Река.
моя реченька. У меня есть традиция, на каждый свой концерт я приглашаю талантливых ребят. Иногда это просто талантливые дети из городов, в которые я приезжаю. В том числе и дети из детских домов. Диана Шишкова сегодня выступит для вас, и я надеюсь, вы ее очень хорошо воспримете. Выступить на одной сцене с такой же известной певицей, как Диана Анкудинова, это, конечно, очень и очень значимый момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за кулисами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену и почувствуй, твое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое, я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт. Это очень мотивирует. Никто другой, я искала тебя во сне. Был такой мандраж. Я очень часто зажимаюсь в себе. Как их убрать? Зажимаю. Я просто стараюсь максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Перед сценой я очень редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителям. Очень люблю природу. Именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. Это просто моя песня, я ее так это не хочу презентовать. Что еще сочнем? Когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. Важно верить в себя. Я до последнего верю в чистоту и любовь наших душ, сердец, и хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. This was such a beautiful, beautiful, beautiful piece. I really do not understand, or I really don't know why it has just 19,000 views in 7 months. It really, like, I don't understand how. Maybe it wasn't publicized enough. This is such an inspirational story that needs to get to a lot of people because it centers a lot around resistance, courage, determination, and, you know, because hearing her mom say that they went on competitions, they went on blind auditions, and nobody turned. I don't understand how that's possible. Like, I really, really do not understand how that's possible. But just taking that situation into context, right, it can really play around with someone's mental health. It could really make her doubt. It could have made her doubt if, like, she really had it, you know. But I love the fact that she kept on soaring on. She kept on believing more in herself. It seemed like the more rejection she got, the more validation she got on herself. And I just really love that. This is such an inspirational story. I'm just so glad that, you know, Diana Ankudinova is such a light to her family.
Like, she is such a beautiful individual, be it physically, be it within. She is just such a beautiful individual. You know, the things she's doing for the orphans, bringing people who are talented. Like, she's just such a soul. She's just such a sweet soul. And I don't know, I just feel like I'm so glad I did get to know her. I'm so glad I am, like, because she, I mean, I don't have a story like hers, but trust me, I have found a way to be inspired by her story, and it's really gonna help me, like, in my day-to-day life, to be honest. And this is just what a lot of people need to get into. This video needs to be publicized more, so guys, please do like my videos, share my videos, all of that good stuff, so that this video can go to a lot more people. Obviously, I do have the link to this video on my description. So we're basically gonna be two birds with one stone. Yeah, we're gonna be taking two birds with one stone, basically. But anyways, we did get into this. I want to know what your take is on her story. I really love her outlook on life, you know, just the way she said, and she believes and lives her life that way, saying that her life really started when she was five. Because sometimes if we let past traumas determine where we go in life or how we see life and how we take, like, it really can limit us and from what the world really has for us. I really do love her high optimism, and she's just gonna go higher and higher and higher. I really, really enjoyed watching this, getting to know Deanna Kudinova. I feel so glad I did get into this. I want to know what you guys think about this down in the comment box. Please do tell me, do share all that cool stuff down in the comment box. Please do give this video a big like, okay? Even if it's a small like, just give the video a big thumbs up, small thumbs up, anything, you know, I'll appreciate it as long as it's a like. And subscribe if you haven't, and let's keep on staying safe and healthy. So bye.